На сцене технопарка звучит нестареющий джаз. Музыкальным путешествием по волшебному миру руководит главный дирижер X-бенда, лауреат международных джазовых фестивалей Серик Утигенов. В честь открытия международной специализированной выставки руководства Лунгстук Цирк организовало в парке «Мир фантазии» шоу «Энергия будущего». Таким образом, мы решили порадовать тех, кто не смог пока побывать на Экспо-2017. Уверен, что живое исполнение непременно понравится шымкентцам. Под аккомпанемент эстрадно-джазового оркестра вокалист Берик Сексенбеков исполняет горячие, проникнутые особым драйвом композиции, способные заставить любого слушателя танцевать. Думаю, что праздник поддержку Экспо удался, и мы смогли порадовать зрителей. Судя по аплодисментам, все нравится. Равнодушных сегодня точно нет. Прохладный, чувственный и расслабляющий джаз. В особую эмоциональную атмосферу погружает финалистка казахстанского проекта X-Factor Диана Хашимханова. Обладательница удивительного голоса завораживает слушателей исполнением нестареющих хитов. Каждое выступление певицы сопровождается громкими аплодисментами. Очень приятно смотреть на концерт. Живая музыка всегда она красива. Сегодняшний концерт просто потрясающий. Музыка, оркестр играет очень замечательно. Звук отличный. Спасибо за хорошее настроение. Шымкентцы первые, кому посчастливилось услышать джазовый концерт «Энергия будущего». Совсем скоро профессиональный коллектив отправится в столицу Казахстана.